Как вы считаете, в чем самый главный смысл этого проекта? Ну, слушайте, этот проект не совсем музыкальный, он социальный проект. Здесь, я смотрю, ребята поступают в музучилище, поступают каким-то педагогам на обучение. У них есть какие-то вещи преимущественные перед другими ребятами. Было ли сложно говорить «нет» некоторым участникам? Сложно все время говорить «нет». Но, тем не менее, это все-таки какой-то конкурс, поэтому мы обязаны говорить «нет» части участвующих. Я чувствую какое-то волнение, потому что почему этому «нет», а другому «да»? Это же надо объяснить, это надо каким-то образом обосновать свой ответ. И так, чтобы это не было обидно, и так, чтобы это было объективно у экранов понятно, почему взяли этого, не взяли другого.